Вот так порой начинается утро у водителей на севере. Выбор у них небогатый. Либо не останавливать двигатель вообще, либо разводить под машиной костры. Прогревать иногда приходится не только картер и задний мост, но и ремень вентилятора и шланги. Можно представить, во что обходится машине такой обогрев. И новые грузовики, только что пришедшие сюда с завода, но не имеющие специального оборудования, тоже вынуждены переносить эти пытки. Такой прогрев длится около 2 часов. Не надо забывать и того, что эти 2 часа оторваны от короткого сна водителей. Автозаводцам предстояло испытать разные варианты подогрева двигателя. Это переносный предпусковой подогреватель. Вес и размеры его невелики. Заполняет подогреватель водой, включает его, и вместо чадного пламени машину прогревают мощные струи пара и выхлопных газов. Одновременно с прогревом подогреватель дает и теплую пресную воду, тоже важно для севера. Такими подогревателями можно оснастить автомобили любых марок. На новых грузовиках ЗИЛ-130С подогреватели смонтированы прямо на двигателе. Новое лучше всего познается в сравнении. Местным водителям не мешает наглядно убедиться в преимуществе новых автомобилей. На чьей стороне симпатии болельщиков было ясно с самого начала. Ведь против северян и против автозаводцев выступал один враг – 60 градусов мороза. Запуск подогревателя занимает считанные минуты. Во время испытаний ведутся разносторонние исследования. Равномерен ли разогрев мотора? Многочисленные датчики, размещенные по всему двигателю, посылают свои показания на приборы. А как переносят холод аккумуляторы? На ЗИЛ-130С они установлены в специальном утепленном гнезде. Во время движения к ним подводится тепло от работавших газов двигателя. А болельщики все пришел и директор автобазы Константин Александрович Лисицын. Он из тех легендарных шоферов, которые 30 лет назад впервые осваивали якутские трассы. Много разных марок автомобилей водил Лисицын. И ЗИЛ-130С получил у него высокую оценку. Ну вот и все. С начала работы подогревателя прошло 40 минут. Преимущество новых автомобилей доказано наглядно. А здесь возни еще часа на полтора. От сильного мороза на дороге лег туман. В такую погоду приходится передвигаться ощупью. Здесь испытателям помогли установленные на ЗИЛ-130С противотуманные фары. Бывают на северных дорогах и такие встречи. Транспорт безотказный и проходимость хорошая,
Но что значит одна лошадиная сила против 150? Всякие дороги попадались испытателям, и хорошие, и плохие, но мощный двигатель всегда работал в самом высоком тепловом режиме, не перекрывался на больших нагрузках и не стыл на малых. Водитель об этом не беспокоится. Электромагнитная муфта, связанная с термореле, сама включает и выключает вентилятор. Много километров отмерили колеса новых грузовиков, прежде чем в тумане замаячили первые дома Якутска. Мороз 60 градусов, частый гость якутский. Кажется, ничто живое не может выдержать такой холод. Но город живет, живет полнокровной жизнью. И дети ходят в школы, только одеваются потеплее, чем в Москве. Жители этого морозного края по достоинству оценили новые грузовики ЗИЛ-130С. С каждым годом ширится наступление на север. Встают новые рудники, поселки, города. Непрерывно растет население богатейшего края страны. Север ждет мощный, выносливый, неприхотливый грузовой автомобиль, так оснащенный для борьбы с холодом, чтобы никакая пурга, никакие морозы не угрожали ни автомобилю, ни жизни и здоровью водителя. Над созданием такого автомобиля и работает коллектив Московского автозавода имени Лихачева.